нас метет, второй день снег, снежок. Все везде замело. Вот такой он глубокий. Чистить его пока бессмысленно. Ну как бессмысленно? Периодически ходит дети. Сергей чистит, но его тут же насыпает. Погода. Погода чудит. Очень сильный снегопад эти дни. И синоптики обещают, что этот снегопад будет всю неделю. А неделя еще не началась, так скажем. Ой, кошмар. Непролазно все тут у нас. Вот сколько снега насыпало. Кошмар, кошмар. Кошмар, кошмар, кошмар. Ой, а я иду домой отбедать от мамы. Сергей был под сараем. Сейчас узнаем, что там делает наша Нети. Ой, кошмар. Так скажем, продолжение банкета. Я сварила суп и хотела лечь отдыхать. И тут меня осенило, что я хочу оладушек. И оладушек непростых. Оладушек внутри с шоколадной начинкой. В каждый оладушек я ложу кусочек шоколадки. Сверху капаю тестом, чтобы закрылось. И таким образом у меня в каждой оладушке есть шоколад. Больная я женщина. Нет, чтобы отдыхать, я пошла стряпать себе оладьи. Вот такие оладушки получаются внутри с шоколадом. Ну вот, а сейчас мы на вечерней управе. Вот это Ждана, папина коровка, которая мне так и не дает доиться. Мы ее хотели пустить на мясо, но папа сказал, не отдам. Ну не отдаст, значит не отдаст. Вот сам Сергей идет к стенам. О, телята воюют. Комбикором весь съели. Рыжики! Шанелька в ведре. Бусурманин тут. Здесь у нас Хрюшей. Чух-чух-чух. Ну что ты, задница? Во. Вот, это наши Хрюшки. Это наша Маша, которая была Яшей. В прошлом году попутали, когда я тянула. А это наша Фёклушка, которая будет телиться. Ну, еще пока ничего не думает, ничего не говорит она нам. Ну, будем ждать. Апреля тоже будет телиться, но еще не скоро. Вымя не наливает. Вот. Папа принес мне сено, Сергей. Сейчас я буду раздавать телятам, козам понемногу, чтобы они его не затаптывали. А вот это Луша наша красавица. Луша! 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 А, Луша! Лушка! Мы ее посадили отдельно, так как она будет катиться. Но у нас пока все. Будем дальше работать. Вот это наша коробка Буся. Буся, похоже, собралась в запуск. Да, Буся? Буся, ты в запуск пойдешь? Бусяна. Молоко сбавила в два раза. И если она крытая, то ей сейчас примерно месяцев пять у нее. Ева! Ева! Ева, пойдем позировать. Ева! Ева! Груня в кормушке торчит задницей. О. И девчонки тоже торчат задницами. В кормушках. Кнопа у нас тоже будет катиться в скором будущем. Поэтому покрылась она совсем молодая. Ей было 6,5 месяцев. Ну, не знаю, посмотрим, что будет. Что получится с этой козы. А эти две сверестелки у нас еще не крытые. Ева вчера была в охоте. Кричала на весь сарай, да, Ева? Ладно, пойдем доить дочу. А то нам нужно доиться уже. Сарай мы открыли, пусть проветривается. Сегодня на улице тепло. Вот так доятся наши коровки. Это доится дочь. Там не видать в кормушке, ест сено. Маша, доча. Доча, стой. Доча, не кулюган. Буду отключаться, иначе они любят топтаться. Я сижу под ними, когда я их даю. Вот теперь папа доит свою красоту. Вот она его стоит, ждет, смотрит. Когда же он к ней подойдет, чтобы она его облизывала? Меня она не подпускает вообще даже близко. Вот. Машет головой, чтобы достать Сергея и пооблизывать. Апреля. Вот так. Ей хочется пооблизывать папу, да? Ждана.
Вот когда моет ее папа, она стоит прям как вкопанная. Вся в ожидании чуда, да? А, Ждана, ты вся в ожидании чуда? А, Ждана? Вот как она с ним разговаривать умеет. Вот так она его облизывает всю дойку. И папе мы костюм потом не стираем, за дойку она его всего оближет, всего вылежет. Эту корову я не даю, эту корову доит только папа. Вот так она его нализывает всю дойку, бедный папа. Скоро от него ничего не останется, вернее, от его костюма. Ждана не только бестолковая корова, но и ребенок у нее точно такой же. Вот ее бычок. Яша, Яша. У Яши во лбу звезда горит. Ты что закашлял, Рыжик? Он у нас приболел, и поэтому мы его посадили сюда. Что-то жует, жвачку жует. Яша, у него во лбу звезда горит, у Яши. Яша, 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 Яша. Яшка, Яшка, пойдем позировать. Вот какая звезда у нас во лбу, да, Яша? Вот какой я бык с интересным раскрасом, да, Яша? А у нас, наверное, на этом все. Мы сейчас управимся и пойдем отдыхать. Да, Яша? А, Яша? А это наш Бармалей Галштин. А, Бармалей Галштин. Я у тебя ведро не забрала, сейчас заберу. Вот какая морда. Вот какая морда, а? Что, у тебя ведро там под ногами, да? Давай-ка мы тебя попозируй нам. Вот так. Во, молодец. Так уже лучше. Яша, ну... Ой, Бармалей. Тянется за телефоном. Не надо мой телефон съедать. Не надо.